Так, вот смотрим, это до заточки, режущая кромка. Большим увеличением, с максимальным вот до заточки. Итак, заточка охотничьего ножа на профиле. Значит, мы на 320 камне. Формируем РК. Так, камень барает. Так, ну вот мы вышли уже на РК. Вот заусенец есть. Так, вот у нас такая риска получилась. Так, кромка стала гораздо шире. То есть там была, если у нас 40 градусов, 20 градусов на сторону, 19,5, там было, наверное, все 50, если не 55. Так, 18,55 градусов. Так, меняем камень. Значит, 320 барайт. Сейчас на нее часера, тысячник. Так, у нас должен быть тот же самый угол. Так, 18,50. Так, ну, 18,45, 18,50. Так, чуть-чуть поднимаем. Восемнадцать, 55. Закрепляем. Так. Все, продолжаем заточку. Кромка сформирована уже. Ну, теперь только убираем риски от предыдущего камня. Так, вот кромочка после тысячника. На него часера. Так, вот 3000. На него часера. Так, это 5000. На него часера тоже. Десять тысяч. На него часера. Так, ну и 15000. Последний штрих на коже, причем кожа кардаван. Так, вот этот нож, а еще такая кромочка получилась. Так, вот волос перерубился. Вот он висит. Перерубился.
сделано.